давненько мы со Снежкой на маршрутке не катались. Смотрите, ребят, такая огромная рыба. Как тебе мохито было? Хорошо? Блин, офигенно, на халяву, ты знаешь. У Димы появился гипс. Саш, как тебе кальянчик? Ну что, оставили мы машинку. Я попросил ребят, чтобы это было быстро, но с качеством. Потому что мне нужна машина на ночь, мы хотим с Снежкой еще пойти погулять. И ребята будут, наверное, из кожи вон лезть для того, чтобы это все сделать хорошо. Но я никогда в них не сомневаюсь. Вот каждый раз, когда я их просил, то есть желательно бывает оставлять на ночь. Если, ну, приезжаешь на ночь, машину оставляешь и уезжаешь. И утром забираешь ее, просто красавицу, она подсыхает. Но если у вас прям вот, вот не втерпешь, ну мне не сильно в кайф хочется там, чтобы она тут ночью стояла, хочется потом забрать, правильно, Снежка? Да. И уехать, и чтобы все было окей. Поэтому ребята идут мне на уступки, и сейчас будут ее просто приводить в порядок, она будет. Я вообще так люблю новые машины, особенно, ну, как новые. Ты садишься в нее, и ты чувствуешь, как будто ты в новой. Она пахнет, она вся чистая. А, вот так вот вообще на них моечка. Это что носки постирали. Да нет, а носки, мне кажется, фигня. Это не то, что носки, это носки с трусами постирали. Причем такие, которые вы год носили и не стирали никогда. Вы уже к таким привыкли. А потом такие, нифига себе, какие трусы могут быть. Давненько мы со Снежкой на маршрутке не катались. Я вообще уже отвык от всего этого. Маршрутки. Аж непривычно. Как я, Снеж? А тут не открывается? Нет. Тут у нас кондиционер над головой. Мы решили поехать на Лабицкую. Там посидим, погуляем, может быть, кальянчик покурим. А то мы что-то шли, но помню в том направлении. В Ocean Plaza вот как раз можно провтыкать пару часов, полазить по магазинам. Посмотрим, что-то интересное. Смотрите, ребят, такая огромная рыба. Я в шоке. Вот эта туша плавает, ребят. Такую прокормить? Смотри, Снеж. Какое оно огромное. Короче, ребят, сегодня какая-то странная крепь, что первый раз в жизни. Сидим мы, вот Саша, Серега, Снежка. И мы курили кальян. Саша и Сережа решили заказать себе еще... Андрей, может, давай без камеры, пожалуйста. Мохито и так далее. Ну, короче, Саша, там, Серега, там заказали себе мохито, пироженки. Они принесли нам счет, рассчитали. Говорят, все, вы свободны якобы. Только там счет был только за кальяны. Ну, мы типа такие, ну, так что, это идем тогда, что, лоханулись или что? Ну, мы пошли. Серег, как тебе мохито было? Хорошее? Блин, офигенно, на халяву, ты знаешь, вдвойне. А может, это у них была акция, бесплатно. На халяву и хворка творог. Вот, может, они так решили это сделать благотворительность. Жалко, что они мы тоже узнали, ничего не знали, что у нас каналы удаляют. Просто думают, блин, и так ребятам сложно, надо их хоть угостить чем-то. Ну что, мы погуляли и решили заскочить, посмотреть, как там машинка. Уже 11 часов вечера, все открыто, все, наверное, проветривается, выветривается. И сохнет. Давайте посмотрим. Не, ну слушайте, она чистенькая, смотрю. Все вымыто. Бля, коврик почистили. Отлично. Тут все почищено. Ой, опять торпеда чистая. Ай, как пахнет она, ребята. Боже, я так люблю запах чистой машины. Как будто как с салона. Что, ребятушки, справились? Сохнет? Отлично. Как я люблю, ребят. Ой, прям одели, чтобы если вдруг как раз буду ехать же, чтобы шорты не были мокрыми, чтобы сесть. Отлично. Как вам результат, ребятушки? Что скажете? Напишите в комментариях. Ну, мне всегда нравился он. То есть все сделано как положено. Машина вымыта, внутри вычищена. Пахнет хорошо. Что еще требуется? Приехали мы, ребята, за линзой для моей видеокамеры. Я думаю, многие уже ее помнят. Я ее показывал. И я заказал себе, очень долго ждал, полтора месяца. Эта линза с Европы, она шла где-то из Америки, в Украине. Вообще, что этих камер, что линз практически нет. Это все под заказ. Очень редкая серия. И заказал линзу, которая ставится сюда на 4К, вот вместо этой блинды. И она делает более широкий угол обзора. То есть не прямо рыбий глаз, но получается очень много круче. Чтобы вы понимали, это стекло стоит 500 евро. За эти деньги можно купить крутую камеру, реально. Камеру купить, не то что линзу.
Но реально с ней будет намного круче. А еще, ребятушки, у Димы появился гипс. Я дома вам расскажу, ребят, историю. Дима просто герой. Что он вообще сотворил, откуда у него гипс? Это все расскажу чуть позже. Я скажу только так. Он, ребята, получил эту травму, защищая человека. А если бы точнее, бабушку. Это жесть, ребята. Я сам от Димы такого не ожидал. Что, Дим, скажешь? Больно было. Вот, ребята, эта штука, которая нужна для моей видеокамеры. Блин, я не понимаю, почему такие цены вроде бы на какую-то обычную линзу. Вот теперь, ребята, такая вот штука. Вот насадка на 0,8. И вот такая вот огромная байда. Прям телевизионщик теперь. Ну реально, камера. Но зато теперь она вблизи реально снимает не хуже этой Соньки. Да я даже скажу так, даже лучше снимает, чем Сонька. Ну и размер у нее соответствующий. Сонька это маленькая, это экшн-камера. Это что-то посерьезнее. Мы сегодня, ребят, собрались на пляжик. Погодка, конечно, прям не солнце, но это и не полная жара, это тоже мне нравится. С нами должна еще быть Саша Киевская, и у нас сегодня будет необычный пляж. Чуть позже все увидите. Знаете, ребят, какая непонятная хрень? Вот мы сейчас заходим в Лавину, там спокойно, бесплатная портовка. Здесь куда ни зайдешь, что хоть, в Ocean Plaza, за все плати бабки. Это звездец какой-то. Ну что, ребят, пришли Серега, Саша Киевская, и мы сейчас, в общем-то, пойдем оценим. В чем же разница вообще отдыхать на обычных пляжах, либо в таких типа а-ля элитных? Вы вообще раньше здесь так отдыхали вообще сами? Андрей, он такой элитный, я не знаю, как у меня миллион на канале. Взяли, короче, постелили вот здесь это дерево, покрасили его в более непичевский цвет, дали всем голимые кальяны, блядь, поставили кровать из какого-то секонда, блядь, и вуаля, вам вот на тебе охуенный пляж, да? А мы отдыхаем. Конечно, не на пляже, мы открыли купательный сезон, но возле воды. Бассейн. Солнышка особо нету, но на улице, скажу честно, не особо-то холодно. Саша, Серега, в общем-то, булькаются. Ира и Снежка в кепке Гуччи. Снеж, откуда кепка Гуччи? Саша и Серега решили себе пробовать новые бассейны. Что, Саш, ты нашла себе нового друга? Смертельный номер от Киевской. Ты хочешь с прыжка на него залезть? Как вы думаете, залезу ли я на него с прыжка? Это жестко. Ну слушай, неплохо. Саш, как тебе кальянчик? Табак нормальный, табак очень даже ничего. Но вот это, сейчас. Выпадение шланга. Да. И вот это сиди, короче, напасывай. Да не надо брать. Это, я, знаешь, согласен. Это можно, короче, в огород выйти, вставить в колбу шланг для поливания и покурить. Короче, по поводу вида вообще здесь. Панорама отличная, в виде постера. Такое ощущение, как будто я лежу посреди дороги, где-то на шоссе на каком-то, на Крещатике, возле бассейна, который надули надувной спортмастера, и смотрю на небо, и все думают, что я какой-то наркоман. А еще тут очень дорогая еда, наверное. Ну, кальян, чтобы вы понимали, ребят, кто разбирается в ценах, то из Украины. Щербет здесь стоит 400 гривен. Щербет 400! Мы ели, в общем-то, из-за того, что мы им сделали посты, нам вот выдали вот такой кальян. Мне кажется, такой кальян, ребята, будет стоить, чтобы вы понимали, у них, ну, гривен 700. Red Bull здесь стоит 60 гривен. Маленькая баночка. Маленькая баночка стоит 30, почти 35 гривен. Здесь 60. Слушай, а кальян тебе за 400 гривен щербет не удивляет, да? Поэтому, ну скажу честно, типа, не нравится мне, когда мы приходим в какие-то места, мы можем сделать какую-то рекламку, посты, а потом, типа, а-ля еще это все выпрашивать, типа. Заведение, если вы меня смотрите, научитесь как-то правильно сотрудничать с блогерами, с инстаблогерами. А не вы, типа, хотите рекламу, но вы, типа, такие жлобы, что просто звездец, ну реально. Вот я, есть Саша, Серега, Снежка, мы снимаем всякие ролики, сделали посты. Логично бы было, если бы мы пришли, был бы офигенный кальян, офигенное место, соответственно, мы бы проявили инициативу и сказали бы, да, тут реально круто, сюда стоит прийти, и мы бы сюда пришли еще раз. Но мы сюда не придем. Короче, здесь Сашка, Серега и Ира пытаются как-то сесть на этого розового фламинго троем. Итак, двинули Саню вперед. По центру на растяжку села Ира. И Серега. О, смотри, плывут! Серега сейчас делает смертельный номер. Ребенок лежит у подножья.
Итак, оп! Это было опасно. Это можно забанить. Серега, ты подверг ребенка опасности. Это даже не 18+, это 21+. Давай. Что ты как-то как собачка нырнула?